Михаил Ефремов еще несколько лет назад и предположить не мог, что свое 60-летие он встретит в исправительной колонии. Сегодня у актера, которого в 2020 году приговорили к 7,5 годам лишения свободы, день рождения. Свой личный праздник он проведет в компании других осужденных. А вот родной сын актера от брака с Евгенией Добровольской поздравлять отца с юбилеем не собирается. Об этом рассказала жена Николая, Влада. Невестка Ефремова объяснила, что ее супруг очень занят работой, и у него совсем нет времени на поездки в Белгородскую колонию. Другой связи у нас с ним нет. И добраться туда непросто. Мы ничего передавать ему не будем, а только наилучшее пожелание воздушно-капельным путем, сказала жена Николая.